В Абиджане, коммерческой столице Кот-д'Ивуара, в срочном порядке сносят трущобы и заброшенные здания. Задействовано около 2000 солдат и полицейских. Так власти надеются избежать новых наводнений. На прошлой неделе здесь на побережье погибло 18 человек. На регион обрушился сильный ливень, и из-за заблокированных систем канализации и плохого состояния труб началось бедствие. По нескольким городским районам пронесся поток воды и грязи. Он сносил автомобили и топил жилые дома. Как видите, это место было полностью затоплено, поскольку здесь не было нормальной канализации. Люди просто пришли сюда и построили себе дома так, как им хочется. Вода не проходит, поэтому каждый раз, когда здесь возникает проблема, страдает весь район. В минувший четверг власти объявили по телевизору, что будут сносить лачуги, построенные в зоне риска. Местные жители шокированы. Они заявляют, что не виноваты в наводнениях и жалуются, что им не дали достаточно времени для сборов. Посмотрите, дома богачей они не сносят, хотя они тоже подключены к системе канализации. Почему их тоже не ломают? Они это делают только с нами. В таком случае нужно же предупреждать людей хотя бы за неделю. Не знаю, куда теперь идти. Посмотрите, где мы находимся. Вода сюда не доходила. Канализация вот там, это 300 метров от моего дома. Но они взяли и снесли его. Вы просто посчитайте расстояние, это что-то немыслимое. Жителей трущоб обещают временно разместить в зданиях школ до окончания сезона дождей.